Йо-йо-йо-йо, добро пожаловать всем, ребята. Меня зовут Вима Ветти. Сегодня я гуляю немножко и задаю вопросы на несколько человек, конечно, для любые отношения с темнокожими здесь, в России. Я в Казань, конечно. Эй, ребята, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, поставите лайки. Ваша поддержка мне нужна. Погнали! Be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. Yo 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 family, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, un tout petit peu vlog, hein. Je me retrouve dans un parc carrément. Yes, Richard. Как вас зовут? Меня зовут Артур, я из города Казань. Вот наши вопросы на сегодняшний день, это мнение, что Артур думает по поводу отношения с темнокожей и белокожей. Я не разделяю людей по национальным и расовым признакам, так как я считаю и убежден в том, то, что в каждой нации есть хорошие и плохие люди. А у вас есть знакомые, которые у них есть отношения с темнокожей или с иностранцем? А, в смысле, какие взаимоотношения, дружеские, либо какие там, либо серьезные какие-то отношения там? Любые отношения, да. Ну, насколько я знаю, нет. Нет? Ну, лично я не знаю, но все равно. А прямо здесь, в Казани, вы увидите это? Вы увидите такие... Вообще, я видел таких людей, да, я видел лично. Ну, со стороны, когда темнокожие и белокожие люди противоположного пола идут вместе за руку, которые были в отношениях серьезных. Ну, как муж и жена. Да. Потом я работал с темнокожими людьми вместе. Да. Так что у меня с темнокожими людьми складывались вполне хорошие взаимоотношения. Никаких разногласий, никаких конфликтов не возникало у меня. Так что как-то вот так вот. Понятно. Ну, спасибо большое. Я думаю, что и будет записываться в мой канал. И интервью через день, наверное, завтра будет уже готов. Хорошо. Спасибо большое вам. Всего доброго. Меня зовут Эви, я встречал. Как вас зовут? Рамиль. Рамиль? И? Эльвира. Эльвира. Вот наш вопрос на сегодняшний день. Как считаете отношения с темнокожей и белокожей? И на любовь, и дружба, и отношения, короче. Можно поговорить? Да, конечно. Мы считаем хорошими такие отношения. Относительно ничего запретного здесь в этом нет. Главное, что друг друга любят люди. Это самое главное, я считаю. Да, цвет кожи не имеет значения. Самое главное, какой человек. Хорошо. А у вас знакомые есть, которые имеют такие отношения? Нет, к сожалению, нет. А вы, когда вы видите на улицу, как они, ну, пара, например, или компания такие вот темнокожие и белые, о чем вы думаете сразу? То, что им крупно повезло, что у них есть такие знакомые. И будут красивые дети. Да. Метисы, да? Да. Ну, спасибо вам большое. Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо вам тоже хорошего вечера. Я надеюсь, что будет подписываться на канал и посмотреть такое интервью. Да, конечно. А у вас где, на Ютубе? Конечно, на Ютубе. А как вы записаны? Эвима Ветти. Йо-йо-йо, ребята, это уже конец. Я хотел, конечно, сдавать на очень много человека, но много не хотели, другие стеснялись, поэтому только 3 человека получил интервью. Я обещаю, постепенно я буду ходить куда-нибудь и задавать вопросы, и брать интервью хорошее только для вас. Держите лайки, пожалуйста, комментарии, пожалуйста, поставите.
Я с вами. Увидимся на следующее видео. Наступающее вам и хорошее Рождество. Пока.